В Чувашии вынесли приговор 26-летнему жителю Канаша, которого обвиняли в убийстве 3 человек и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. А его 31-летний сообщник признан судом невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Как установило следствие, в апреле 2015 года в одном из частных домов в Канаше произошла ссора между одним из обвиняемых и его знакомым, переросшая в драку. Мужчина сообщил о конфликте своему сообщнику, который вместе с ним вернулся к дому, чтобы разобраться. Поскольку двери не открыли, 26-летний злоумышленник сорвал тряпку, висевшую на бельевой веревке, и поджег ее, после чего бросил на веранду дома. В свою очередь, его подельник подпер входную дверь деревянным черенком, чтобы находившиеся внутри люди не смогли выйти. В результате возникшего пожара погибли 3 человека, 60-летняя хозяйка дома и 2 мужчин. Приговором суда 26-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Причастность осужденного к инкриминированным ему преступлению подтверждена показаниями 23 допрошенных по уголовному делу свидетелей, а также 10 судебных экспертиз, в том числе медицинских, пожаротехнической, генетических и оценочной. Уголовное дело было рассмотрено Верховным судом Чувашской Республики с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт.